Сочинение по картине «Портрет сына» Василия Тропинина. Созданная в 1818 году картина «Портрет сына» имеет особое значение в творчестве знаменитого русского художника Василия Тропинина. Портрет не был заказной работой, он был выполнен по собственному желанию художника. Это очень личная картина. Это акт свободного творчества в ситуации, когда свободная жизнь была еще недоступна. На момент создания полотна Тропинин уже имел широкое признание в качестве художника, но все еще оставался крепостным крестьянином, как и его сын Арсений. Через несколько лет и Тропинин, и чуть позже его сын получили вольную. Но на момент 1818 года портрет сына стал работой, отражающей и отцовскую любовь, и беспокойство о будущем сына. Картину «Портрет сына» также называют «Голова мальчика». Главный герой полотна – юный Арсений, сын художника. Он не позирует, а смотрит чуть в сторону. Его одежда немного растрепана, воротник расстегнут. Свет падает на лоб мальчика, освещая несколько прядей, красиво оттеняя пухлые губы ребенка. Портрет выполнен в теплых тонах, без ярких акцентов. Преобладает коричневый цвет. Мальчик явно не думает о картине. Он буквально готов сорваться за границу полотна. Его мысли блуждают далеко от картины, которую пишет его отец. Выражение лица, выстроенный свет, цветовая гамма полотна – все это придает работе невероятную поэтичность, фотографическую точность момента и восхитительно точное отображение настроения ребенка. Художник явно любуется своим сыном и стремится запечатлеть его именно таким – юным и чистым. Портрет сына вызывает непроизвольное умиление. Мальчик кажется настолько живым, что стоит его окликнуть, и он обернется. Изображение отдает невероятной теплотой и легкостью. Серьезный мальчик, остающийся на месте только из-за просьбы отца, который так и стремится поскорее вернуться к игре, от которой его отвлекли, заставляет зрителя додумывать историю. Арсений умен и одухотворен. В его взгляде сквозит понимание. В будущем он, как и его отец, станет художником, хоть и не обретет такой же известности и славы, как Василий Тропинин. Если вам понравилось видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на канал. А еще не забудьте рассказать о канале друзьям и поделиться с ними видео.